Доктор Коннорс, вы меня не помните, я... Тот сообразительный интерн. Да, это я, точно. Очень рад буду с вами пообщаться, но только не дома. Будьте любезны, запишитесь на прием. Я сын Ричарда Паркера. Питер? Вряд ли я смогу тебе помочь. Я не знаю, зачем они уехали и куда собирались. Хорошая реакция. Спасибо. Спасибо. Я прочел вашу книгу. О. Да. Впечатляет. И вы думаете, что это возможно? Межвидовая генетика? Да, конечно. Долгое время над нами с твоим отцом смеялись. Причем не только в мире науки, но даже в самом Аскорпе. Нас называли психами. Потом твой отец развел пауков, и сразу все изменилось. Результаты превзошли ожидания, они потрясли нас. Мы бы изменили жизнь миллионов. В том числе и мою. Ну а потом все закончилось. И он пропал, забрав разработки. А я знал, что одному мне... Я так злился на него, что даже ни разу не проведал тебя. Я прошу простить меня за это. А если... Вот, допустим, у вас получилось, сильным ли окажется влияние другого вида? Какие будут побочные эффекты? Сложно сказать, пока ни один объект не выжил. Проблема всегда в одном. Алгоритм скорости распада? Да. Ага. Можно? Конечно, садись. Питер, не хочешь ли ты как-нибудь на днях заскочить ко мне в башню после уроков? Хочу. Спасибо.